Вчера на собрании Международного суда матерей женщины сидели со слезами на глазах от своей беспомощности. Повторяю, беспомощности. Одна тихая, скромная, не занимается бизнесом, ни наркотой, ни политикой. Заплакала и вышла. Ей лишь бы ребенка защитить. Ладно, она сама будет покалечена. У нее обожжены руки. Потому что, прикрывая ребенка руками, который обожжен до язв, она себя не щадит. Я обращаюсь к вам, женщины из тех, у которых мужья в спецслужбах, к ихним женам, дочерям, детям. Им не стыдно, не горько. Неужели точно так же не вышибет слезу от того, что женщины оказались незащищены никак от садистов, а правоохранительные органы стали на их сторону, невзирая на доказательства видео, фото, актов с печатями. Эта женщина не может защититься вот так вот, как у меня здесь, видите, металла полно. Металла и сетка металлическая, и поролон защищающий, и то нечестивец перемещается в баню, чтобы сбоку зайти. Я не могу вокруг поставить защиту, а садисты, учтите, умные. Я вспоминаю тех прекрасных парней спецслужб, тех вежливых парней, которые были в Крыму, службы Беркута и Альфа. Мы гордились ими, я гордился ими, женщины гордились ими. Куда вы теперь смотрите? Ведь нечестивцы, а точнее больные психические садисты, должны быть либо в психушках, либо в тюрьмах. Но они нашли ход. Они нырнули под тень секретности в специальные службы, и они ж вас позорят. Ведь это не первый мой фильм. И учтите, решено на собрании матерей, сейчас таких фильмов пойдет по всей Руси великой и по миру полным-полно. Шило секретностью в мешке не утаишь, вам совестно будет. Вам, вежливым парням, которые по своей вежливости позволяют позорить вас этим больным садистам. Куда же вы смотрите? Они позорят и президента Владимира Путина, потому что хорош тот президент, которому верит народ. Хороши те правоохранительные органы, которыми гордились, как вежливыми парнями в Крыму. Народ гордился, но ведь
ложка дегтя испортит бочку меда, вы это понимаете? Они же вас позорят. Куда вы смотрите? Рано или поздно дойдут это сведения до ваших жен, ваших матерей, ваших детей, ваших дочерей. Женщина особо чувствительная. Чужих детей не бывает. Запомните это, в отличие от мужчин. Вы как им в глаза смотреть будете? Вы не виноваты, но из-за секретности все смешалось. Они позорят вас. Путин об этом не знает. Ему некогда. У него страна целая. Он полагается на правоохранительные органы и специальные службы, на их честность, совесть, нравственность. У садистов совести нет. Детей калечить, беременных женщин калечить, ваших матерей калечит. Да ваших, может, нет, но это же по России поголовно. Вы представляете, как удачно спрятались садисты по всей России в спецслужбы? Они ваш позор. Они позор правоохранительным органам. Позор. Уже теперь я вижу во всех сетях недоверие, когда пишут, а как же после всего этого обращаться к Путину? Надежды никакой нет, как у той женщины и у других женщин со слезами на глазах. Мужчины потеряли свою совесть мужскую. Их мужчинами назвать нельзя. Это не люди. Не все должны быть в психушке. Есть из них некоторые садисты, и они исполняют свою потребность садизма, спрятавшись в спецслужбах, а они еще умудренные. Почувствовав и просмотрев защиту, которую вы тут видите, и поролон, так он, мерзавец, перешел, там у него ночью перешел, там у него баня, в баню, сбоку пробивает. Умный, сволочь он. Но так как его имя и фамилия неизвестно, это падает на вас, честные ребята. Его бессовестность есть ваша совесть. Поэтому я обращаюсь к вам. Не ждите, пока страна гибнуть вообще начнет. Это же плесень, она прорастает. Они же догадливые, куда спрятаться, чтобы исполнять свою болезненную прихоть и потребность садизма. Спецслужбы, конечно, там им оплачивают, там их в психушку не посадят, там их в тюрьму не посадят, там они безвестные. Но я уже сказал, ложка дегтя испортит бочку меда, их бессовестность, бесчестие падает на вас. Да, верили еще, я как президент Международной ассоциации ученых интеллигенции очень много общаюсь с людьми, да, не теми, которые только под обработкой
садистов находится, вера в Путина начинает падать, рождаемость в России опять начинает падать, женщины чувствительные к неблагополучию, они не политики. Они рожать будут только в психическом благополучии, и деньгами их не купишь. Рождаемость опять начала падать в России. Вот я и беседую. Оказывается, в правительство не верят, в правоохранительные органы не верят. Еще осталась в памяти та светлая часть, как вежливые парни в Крыму. Но так как средства массовой информации будет теперь переполнено подобным, как вы смотрите этот ролик, шило в мешке не утаишь. Но вы же засекречены, а следовательно, упадет целиком тень недоверия на все правоохранительные органы и специальные службы. А вы теперь представьте государство, которое не верит ни в правительство, народ не верит, ни я, ни в правительство, ни в правоохранительные органы, ни в специальные службы. Они оккупированы. Кем? Да не вами. Я в вас тоже верю. Я тоже был преисполнен гордости и за Альфу, и за Беркут, и за вежливых парней, которые были в Крыму. У меня тоже на сердце тепло было. Как и у них. А что будет дальше? Время идет, информация ползет, а такая информация распространяется очень быстро. Люди все, что страшно, все, что угрожает им, передают быстро из уст в уста. Вы это понимаете? Первое. Россия в гибельном положении из-за вашего потакательства садистам. Вас это якобы не касается. Вы же честные? Нет, получается, вы не честные, потому что вы и мужчины, вы защитники Отечество и его людей. На вас это падает. Нагрузка. Очистите свои ряды наконец-то. Народ не сразу вздохнет. Пуганая ворона куста боится. Еще долго икать будут. Вам придется теперь постараться своей честностью, порядочностью, добросовестностью выровнять пошатнувшееся к вам доверие. Подумайте на это. Не считайте, что спрятавшись за тенью секретности и не совершая злодеяния, вы не являетесь участником злодеяний. Вот именно из-за секретности, кто есть кто, неизвестно, вы являетесь. Поэтому не будьте вежливыми парнями и по отношению к садистам, вместо которых, не спрятавшись, кушать за счет людей, которых они уничтожают, спрятавшись в рядах специальных служб. Их вообще-то место за решеткой, а некоторых в психиатрии, ведь это нездорово, но Россия гибнет из-за них. Эта плесень ползет,
по всей России. У меня же, как у президента, сведения по всей России есть. Стонут люди. Эта женщина проняла всех. Даже президент Международной ассоциации ученых, Международного суда матерей, пролила слезу. А как ваши матери слезы не будут лить? А как ваши жены? А как совесть ваших дочерей, ваших детей? Как совесть всего народа, которого вы порочите и позорите своей вежливостью по отношению к преступникам? Подумайте. И всего вам хорошего.